Во французском Кале начали строить 4-метровую стену, чтобы помешать мигрантам проникать на корабли, пересекающие пролив Ла-Манш. Длина барьера составит километр. Он станет продолжением многочисленных проволочных заграждений, размещенных у автодороги, ведущих к порту. Строительство, как предлагают местные власти, закончат к концу года. Добавлю, в пригороде Кале расположен крупный нелегальный лагерь мигрантов, известный как «Джунгли». Его жители пытаются перебраться в Великобританию через туннель под проливом или по морю.